Нижегородцам представили работы французских импрессионистов. В художественном музее в Кремле открылась выставка «Под одним небом». Полотна, написанные русскими и зарубежными классиками, в их числе Дамье, Редон, Дёран, привезли из частной коллекции Инны Баженовой. Ее увлечение началось в 2005 году с покупки работы московского художника для интерьера своей квартиры. Сейчас в ее коллекции около 50 картин. Частные коллекции вообще не всегда бывают открыты для публики. Но вот Инна Баженова, она такой щедрый коллекционер, она любит делиться со зрителем. У каждой вещи есть свое бытование, несмотря на то, что это наши коллекции, вещи путешествуют по миру, по разным музеям, по разным выставкам. Необычная выставка, наверное, тем, что, насколько я знаю, в нашем любимом городе, Нижнем Новгороде, не очень широко представлен в таком масштабе западноевропейский модернизм, французский модернизм. Вот. Мне показалось, что, наверное, это будет интересно нашей публике.